Наконец-то джем под номером 21, который как получился каким-то очень странным, потому что с одной стороны вроде как бы 21 это счастливое число, но джем номер 21, у него какой-то характер очень непростой оказался, и он у нас два раза не хотел никак получаться, и вот только с третьего захода, с третьей попытки можно сказать, что он уже есть, и вот это вот прекрасно, что он уже есть, поэтому давайте еще раз поаплодируем этому джему номер 21 за то, что он есть. А у нас сегодня обширная программа, и на мой взгляд, ну, у нас все замечательные музыканты, всегда у нас неинтересно, просто не бывает, но бывают какие-то джемы объективно более насыщенные, бывают какие-то более экспериментальные. Вот у нас сегодня очень такой насыщенный джем, потому что практически все музыканты, которые сегодня будут выступать, они являются топовыми, они являются, ну, простите за слово «звезда», не очень я его люблю, но действительно реально они являются звездами, каждый в своем жанре музыки, который они представляют. И поэтому нас сегодня ждет очень-очень-очень такое существенное, насыщенное, потрясающее совершенно и зрелище, и как это сказать-то, вот для ушей тоже, да, вот услышать все это, да.